Это раунд четвертый, и ты попал на мутанта из Чернобыля. И добро пожаловать в чертоги войны, ведь мой язык длиннее, чем ноги луны. Я не хотел никого трогать, увы, но нельзя без битвы. Для меня это пустяк, как приготовить суп на костях убитых. Чтобы разобраться в этом, есть одна книга. Мостяк Никита, белорусского рэпа костяк элита. Босяк из Минска, в зубах косяк дымится, глаза блестят, он взял свой стяг и за границу. Год спустя я в новостях каких-то видел заметку, даже его выгнали с Респект Продакшн. Печаль обидна, ведь никто не знает, что он изначально был там. Чтобы быть у Влади на респекте, ты ехал, в договоре были все рецепты успеха. Ты черт и калач, но тебя заманил их повар, добавил тебе ванили в образ. Чтобы, как и все на лейбле, ты бы был на позитиве, добрым мы тут пилим клонов. Нужен еще один корж, и ты вроде из другого теста, но ты в итоге и принял форму. Но ставка не сыграла, будто в казино Назаро. И после тебя видно только Назафлоу Мазалтов. Ведь там работает Руслан Улибаев, а он же менеджер касты. Я даже не знаю, почему там каждый клип твой, каждый фристайл. Но мир этот жесток, ведь ты не корж, ты вафли. И все, что Влади сказал тебе потом, ты нет, а он смог. Но что до, что после касты, ты пресный. Твой став на пост на масле, да, бро? Эй, ты так обломался, ведь все, о чем думала каста про Макса. Беларусь, это где корж, ЛСП? Из-за них не хватило места под солнцем тебе. У тебя есть трек курим, не вопрос, покури, но земляки уже взорвали, ты просто в тени. Ты не готов, ты не готов, ты не готов. Из тебя блюдо главного не выйдет. Ты не готов, ты не готов. Все было по-другому в кулинарной книге. Ты не готов, ты не готов, ты не готов. Из тебя блюдо главного не выйдет. Ты не готов, ты не готов. Все было по-другому в кулинарной книге. Эйфория. Ты не готов, ты не готов, ты не готов, ты не готов. Нет, имя мое, смерть, уже потух свет. Ты не готов, это потоп, смерч, святой огонь. Что заберет всех, Оксимирон или Лок-Дог Стим. Ты не готов, это хип-хоп, мэн, это хип-хоп, ру, дэм. Кто у вас топ? Мне похую, рэп, хоть и минэм. Но я готов, горы битов, я царь этих гор. Почему я базарю так грубо всегда? Я так много отдал себя этой игре, потому я так много беру на себя. На бите я триллер, будто вместе М-Джей. Это триллер, будто ты здесь, MJ. Для тебя черный день, если я начал с белого листа, как MJ. Они так долго качают, что все затекает, как будто бы у них нет шей. Выкидывай набор скиллов, это работа, труд, плюс набор скиллов. Это закрытый клуб, черепа, кости, вот. Это кровь, потом слезы и после пот. Ты что, слепой? Это любовь, причина, по которой мой хип-хоп живет. Он кого-то сведет с ума, а твоего разве что лишь ведет живот. Я готов! Пока ты забивал колпак, я надевал колпак и готовил, так что давай-ка, брат, критика, брат, насядь на диван, ну так. И мне все равно, что там по-другому прочитал свои книги рецептов ты, я либо вкус у тебя, у тебя просто не работают твои рецепторы. Дисфория. Я не готов, я не готов, я не готов. Не, кто я сейчас? Опустил планку, уже не тот. Снова проебанный шанс. Стало так тесно в старых моделях. Самое время переобуться и найти новый баланс. Это хип-хоп, мэн. У меня стоящий хип-хоп. Я не завидую топам, больно, что я все еще не топ. Я делаю мало, думаю много, да я не знаю. Надо подумать, или я просто себя завышаю и равно нулю моих навыков сумма. Может, я неблагодарный ублюдок и сам не ценю, что подарено в руки. Ведь это мой пик, это максимум, сука. Самооценка-то высоковата, все ждут от тебя только батл к чему ты. Своим музыкальным продуктом пытаешься их накормить. Это не актуально и глупо. Какой резон в это все вкладывать труд? Если я не Мирон, и я не Влади, не Гуф. Не Noise MC, не Smoky Mo, это неправильный путь. Прямо из окна произнеси заклинание вслух. Я не легенда, я не готов, меня нет в трендах, я не готов. Где взять правильный рецепт, не если было по-другому. У меня все ингредиенты, но мне кажется, я влип. Что я делаю не так, мне с этим кашей не сварить. Я не легенда, я не готов, меня нет в трендах, я не готов. Где взять правильный рецепт, не если было по-другому. У меня все ингредиенты, но мне кажется, я влип. Что я делаю не так, мне с этим кашей не сварить. Я не готов, хотя... Эйфория. Ты не готов, ты не готов, ты не готов, ты не готов. Нет, имя мое, смерть, уже потух свет. Ты не готов, это потоп, смерч, святой огонь, что за... Тебе да
дали инструкцию, эдакий сборник правил. Каталог стандартов, садик, учеба, авто, школа, работа, свадьба. Но по нулям гарантий, что ты будешь счастлив в браке. В Америке на Феррари и твой Дере национальный праздник. Тебе надо учиться. Диплом не будет на полке, половинка. Главное, чтобы мило гладить брюки, готовить любимое дело. Но это как повезет, лишь бы жили в достатке. Ну и главное, здоровье, плевать, что ты уныл и несчастлив. МИДа, смотри с визами, повышение, больше прибыли. Курсы по английскому, в среду уроки бизнеса. На фотке ножку выставить тоже найдете в книжечке. Но там нет инфы, что делать, коль очнешься с мыслями. Зачем я проснулся, мне так одиноко. Кем быть в этой жизни и как справиться с болью? Внутри лишь пустота. Я сказочный единорог, что молит Бога, спили мне эту хуйню со лба. Бесталанные люди занимают строки топ-чартов. Беспорядочный жулик лыбудовит на обложке журнала. Мелкий наглый ютубер получает больше твоего папы. Чаще везет уебаном, это горькая правда. Тебе дали инструкцию, эдакий сборник правил. И там в описании, процветание в 102 шага. Строго факты и все о главном. Коли вам это говно на палке помогло хоть как-то, то мы только рады. Ну а коли нет, то бывайте, мы доли бабок не вернем обратно. Ты станешь футболистом, выбирай команду. Никаких сомнений, ты не будешь наркоманом. То, что ты станешь чемпионом по бальным танцам, мы точно не окажешься среди шалав на трассе. Дай бог, поживем, увидим. Но если все уедут в Голливуд сниматься, то пропадет весь зритель. Ты прирожденный лидер, в школе вел 8 марта. Классная сказала, чтоб ты шел в артисты, что-то выйдет. Блядь, знание и сила, ты знание юзаешь. Тебя все заставляли насильно, ты скажешь в будущем. Ведь когда других отдали, вала тяга к лучшему. Ты не делал ни черта, лишь плакался, везунчики. Тебе дали инструкцию, эдакий сборник правил. Свод понятий, годы знаний, что можно и что не надо. Все по плану. А если не пойдет по плану, ты в трусиках найдешь остатки. Гордо встанешь и все начнешь сначала. Я демотиватор и говорю, что все будет плохо. Нет, будущее закрыто, и все, что мы можем, больше работать. Ай, высшую цель бытия мы ищем. Небо нам скажи, кто мы. Никому не ведомо, что там ждет нас. Но я делаю то, что должен этого. Точно в книге нет. 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 В книге нет. Тату наеблище, не твоя фишка. Ты просто жирный, душный, ширный. В раунде о книжках, что ты выдашь на тему. Шум не так часто бывает в библиотеках. Это не пацанский паблик и не твиттер Кищук. Но лишь наслушавшись шума, я полюбил тишину. Ты спросишь, кто его полюбит, я спешу дать ответ. Она чокнутая, если у нее шум в голове. Я захожу к тебе в дом, вставляю в рот тебе дуло. Спускаю курок, и вся комната наполнилась шумом. Прибежали соседи, им нужна шумозащита. Надеваю тебя на дробовик, шумоглушитель, ай. Какой хип-хоп, лучше пошел ты на завод. Предельный уровень шума — это отбойный молоток. Как ты попал на Версус? На вопросе, что вам нужно, ресторатор шепеляво произносит слово «сумма». Шум портит слух, нет, шум портит вкус. Ты не так понял фразу, ей нужен толстый хуй. Шум нарастал на открытии Blackstar Burger в ЕКП. Вспоминай мое имя, когда ты будешь в H&M. Ты не шуммахер и не шуммастер. Когда и шум на экране эту хуйню гасят. Ты не MS-13, Макси MS. По танцам твой звуковик не спасся от шума, как не старался. И все твои релизы — шумовое загрязнение. Но писать куплет про шум — это сплошное наслаждение. Ты не пидовка, хоть и шумоголовый. Я уроню тебя, ты переименуешься в грохот. Ты не оглушающий, ракочущий и громкий. Ты подозрительный, недалекий, посторонний. Печь, зови меня, гробовая тишина. Люди включают этот трек, шум вылетает из окна.